Опа, ребята, метеоритный дождь. Давай я сразу его прожимаю. Есть, вынес. Ребята, всем привет, на канале Никита Твой Геймс. У нас сегодня танк арена Steel Battle. Как вы знаете, после обновления появились новые танчики, и я себе купил танк Бык. Но сегодня, ребята, я открыл еще один новый танчик. Я перешел в ежедневные подарки, и на второй день мне дали новый танчик. Это Мамух. Смотрите, ребята, такой вот танчик. Это у нас эпический танк. Ну что, давайте его тогда, давайте его сегодня сразу начнем тестить. А тестить мы его где будем? Давайте возьмем компанию. У нас 37 уровень в компании, берем легкий режим. И погнали, заодно сейчас посмотрим, что он делает. Так, давай. Так, он стреляет, вылетает ракетка. И сейчас посмотрим, что у него за ультушечка. Ну, в принципе, танчик быстрый. Быстрый, давай. Опа, ребята, метеоритный дождь. Но особо урон не наносит тот метеоритный дождь. Так, у нас выстрелы какие? По 1000. 1000 мы отнимаем. Даже 1073. А давай посмотрим этот метеоритный дождь, сколько он наносит. Так, давай проеду. Давай, метеоритный дождь пошел. По 300. Ну, в принципе, как доп. Оружие нормально. Ух, нормально. Так, мне надо 15 танчиков, ребята. 15 танчиков сбить. Так, вот что у нас? Самолетики. Погнали. О, два метеоритных дождя. Не, ну нормально, чё. 7. Пока 7 сбил. Так, я не помню, этот дрон не считается, да, по-моему, он не считается за сбитого. Тогда их можно, в принципе, объезжать, эти дроны. Оп, так, проскакиваем. Так, проскакиваем. Так, сейчас это перестанет работать, чтобы не тратить время на его уничтожение. Ё-моё! Там на вышке чувачок сидит. Как мне его сбить? О! Меня сейчас... О, так, я слышу, ребята, вертушка. Да ё-моё! Да жесть! Да ладно. Да нет, я не смогу точно. Еще самолетик. Так, 10. Короче, 10 сбил. У меня жизни на нуле. Я не знаю, а что я сейчас здесь сделаю-то? Ничего не смогу сделать. Все, меня вынесли. Жесть! Так, ну давай, ладно. Не хочу просто повторно играть на этом уровне. Тогда 80, кстати, потратил. Гемасиков это очень много. Очень много. Давай, поехали тогда уже. Еще 4 танчика. Можно, в принципе, уже и не останавливаясь. Какие-то новые танчики пошли. Давай, иди сюда. Нате вам метеоритного дождика. Да, у меня жизни быстро отнимаются, но я думаю, я их успею. Успею добить последний танчик. Так, ну надо прокачивать тогда его. Так, давайте посмотрим, мы его можем качнуть? О, хорош, так я его могу немного качнуть. У меня сколько там, 40 тысяч монеток. Ну давай. Так, хорош. Качнули, все, и дальше уже. И дальше нужны, ребята, карточки. Так, ну что, окей, давай посмотрим, насколько он стал лучше. У нас уже 1200 будет, 1238, в принципе. Ну, я думаю, это уже получше. Так, ну ладно, погнали. Давай, попробуем. Давайте поменяем, наверное, режим. Подземелье есть. Давай попробуем секретное сокровище. Как раз здесь бесплатный вход. Сможем ли мы уничтожить этого золотого босса новым танчиком? Так, погнали. Давай, метеоритный дождь, помогай мне. Погнали, погнали, погнали. Давай, давай, давай. 37 секунд. Не останавливаемся. Главное вовремя попадать нормально. Главное попадать. Попадаем, попадаем. Давай, метеоритный дождь. Давай, давай, давай. 25 секунд, а ё-моё. Так, фу, появился босс. Ну что? У меня 24 секунды. Поехали. Так, все. Стоим. Ну, мне в принципе, не важен мой урон. Он, кстати... А, у меня, кстати, урон... Урона нет вообще. Мне просто надо попадать в этого босика. Я сейчас надеюсь на метеоритный дождь. 9 секунд. Давай, я сразу его прожимаю. Есть, вынес. Отлично, победа. Так, хорошо, прошли. Ну что, давай. Давай дальше продолжим его тестить. Но для этого нам нужно позабирать квесты ежедневные. Еженедельно мне пока не получается пройти. И потому что нужно проходить, ребята, Battle Pass. Battle Pass нужно проходить, чтобы
прокачивать бычка. Нового танчика. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас еще. А, ежедневные подарки я еще не забрал. 10 предметов, каких-то 10 ключей. Так, здесь у нас что? День третий. Давай 2000 монеток, гемасики. Какие-то еще предметы. Так, ящик. Еще 5 ключей. Так, дальше идем. У нас тут есть еще ящик. Ну, тут по-моему, только гемасики, да, всегда? Так, еще 10 гемасиков. И вот эти вот карточки, где черная дыра. Ну, не знаю, мне еще ни разу не получалось забрать награды. Всегда где-то скалываюсь, попадаю на эту черную дыру. Так. Вот сейчас она уже может появиться где-то. Да, видите, она появилась. Мне надо еще 2 раза угадать, я так понимаю. Так, хорош, угадали. Ну что, последний раз? И всегда она попадает мне на последний раз. И все съедается. Короче, все рассчитано на то, чтобы посмотреть рекламку, да? Так, ну что? Давай посмотрим по ежедневным квестам. Играть в режиме башни испытаний 1 раз. Играть в режиме подземелья. Потратить 100 драгоценных камней. Играть в компанию на уровне сложно 3 раза. Ну что, давай. Вот, кстати, уровень сложно. Сложно. Hard ставим. Так, спокойно. А мне он заблокирован? А чем я заблокирован? А, надо сначала по порядку, значит, проходить. Так, ну давай, подожди. Давай сначала начнем, посмотрим. Да, видите, я могу нормал брать, типа средний уровень. А потом уже доступен будет хард. Так, ну я взял специально самый первый левел, чтобы долго с этими танчиками не возиться. Так, хорош, мы прошли. Все, а теперь я уже взял хард. Давай, сложный уровень. Ну, просто танчики, типа, бронирование стану, да, немного. У меня же есть еще метеоритный дождь. И надо 3 раза. Так, вынес. И смотрим. Опять на первый возвращаюсь. Ага. Ну, первый могу, типа, еще раз сыграть. Ну, давайте. Ладно. А, можно вообще, наверное, выйти. Смотри, можно выйти. Потом опять зайти. Опять взять этот сложный режим. Опять зайти в него. И выйти сразу. И, наверное, засчитают. Да, смотрите, засчитали. 3 раза мы сыграли кампанию на уровне сложно. Так, забрали награды. Отлично. И потихоньку в батл пассе продвигаемся. Ведь у нас уже 100. Здесь 100 очков. 200, тогда у нас уже будет 3-й уровень. Заберем еще ключи. И так потихоньку хотя бы какую-то, я думаю, карточку для бычка мы заберем. Так, ну что, давай дальше. Там еще нам нужно было сыграть башня либо подземелье. Так, давай попробуем. У нас есть подземелье. И есть башня. Давай в подземелье. Ладно, погнали. Ну, здесь сложно. Здесь много этих уровней. Здесь надо, короче, наверное, не газовать сильно. Танчик все-таки не самый мощный. 6, ну, хотя пока 6 танчиков. Так, ну давай я буду подальше стоять. На тебе. Стоим. Хотя у меня очень быстро... Очень быстро у меня хпшечка отнимается. Даже не помогает то, что я стараюсь оставаться на месте. Так, 2-й у нас уровень. Ниже. Спускаемся еще ниже. Так, здесь надо что? Еще... И еще 8 танчиков. Так, ну ладно, давай попробую стоять. Стою на месте. Нет, уж очень какая-то слабая броня. Давай, накидывай. Или надо тогда отъезжать. Стою на месте, надо отъезжать. Да ё-моё, я не успею. Ух ты, тут еще 2 чувачка летит. Летит на меня. Так. Я так понимаю, по-моему, последний уровень, и потом только будет босс. Ну давай, еще 7 танков. Это нереально. Надо хотя бы немного вперед продвинуться. О, тут 3 танка. Это засада.
Я очень рано спалил. Очень рано спалил. Е-мое, вынесли меня. Так, ладно, давай 80. Так и бы трачу 80 гематиков. Так, на тебе метеоритного дождя. Там два танчика. Так, хорош. Или еще один уровень. Или босс. Все, босс. Вот он. Босяра. А что я сделаю этому босику? Он начинает, конечно, круто. Да ё-моё, так хоть как-то его сдвинуть с места или что? У него что, какой-то ножик там выдвигается? Ничего себе, вот это босс. Короче, слабенький. Мамух слабенький, хотя это эпический танчик. Но мне, ребята, больше пока зашел бычок. Вот, ребята, бык. Пока-то у меня-то пока топчик. Топчик танчик. Но потихоньку буду, ребята, открывать следующие танки. На седьмой день я заберу танка Зилу. Так что подписывайтесь, ставь пальцы вверх. До скорого. Пока-пока.